Я снимаю в YouTube. Я снимаю в YouTube. Я снимаю в YouTube. Привет-привет! Сегодня мы начинаем различные способы приготовления лизунов. Итак, самый простой способ, который мы нашли с Никитой в интернете, это всего два компонента. Шампунь и картофельный крахмал. Да, Никит? Ну что, начнем? Ну давай, начнем с крахмала. Берем. Давай попробуем положить сначала 3 столовых ложки крахмала. Давай. Так, добавили мы крахмал. Теперь давай нальем шампунь. И перемешиваем. Интересно, получится у нас лизун? Наверное, я думаю, что получится. Так, я думаю, нужно добавить еще шампуня. Теперь перемешиваем. И перемешаем только аккуратно. И добавим красители. Вот что у нас получилось в итоге. Попробуем достать. Этот лизун похож на неньютоновскую жидкость. Вот такой классный лизун у нас получился. Я считаю, первый эксперимент у нас удался. Ежун у нас получился. Теперь мы будем выкладывать видео про ежунов каждый день. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Я снимаю в YouTube.